Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». В сегодняшнем видео у нас тема – это открытие счета для ООО онлайн в .банке. Ссылки на данный сайт можно будет найти под этим видео и перейти. Так вот, на сайте .банка есть раздел «Откройте свой счет для ООО онлайн» и сразу вкладка «Открыть счет». Как это происходит? Получается, что без каких-либо встреч вы реквизиты счета отправляете сразу после заявки. А затем вам присылают присылаете вы документы и вам открывают счет на онлайн-встрече. Интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта заработают у вас сразу. То есть у вас получается все будет онлайн. Интернет-банк, мобильное приложение тоже онлайн и карта банковская автоматически открывается, тоже будет она работать онлайн. Здесь у вас будет возможность поддержки по телефону и в чате, если какие-то появятся вопросы к данному банку. Также комплекс ассистентов, которые будут постоянно анализировать ваши действия по счету и замечать все рискованные какие-то операции. Также вам будет выделен персональный менеджер. Если у вас большие вопросы, там много вопросов, большая компания, да, то у вас будет возможность пользоваться персональным менеджером для решения каких-либо вопросов. Также есть множество возможностей для любых потребностей. Ну и самый главный момент, да, то есть как бы сколько это стоит и как это происходит. Есть несколько вариантов, да, открытия счетов. Это нулевой, начало, развитие и корпоративный. Сейчас счет начала и счет развития идут по акции, можно получить акционные условия. Так вот, если брать, допустим, счет 0, да, то он абсолютно бесплатный, то есть в месяц вы ничего за него не платите, платежи юрлицам и ИП абсолютно бесплатно. Если вы открываете начало, то тогда у вас предоставляется льготный период на 6 месяцев, тоже вы ничего не платите. Далее у вас будет 700 рублей в месяц. Также касаемо развития счета, здесь также первые 6 месяцев у вас бесплатно, далее будет 3500 рублей в месяц за обслуживание. Ну и корпоративный здесь 25000 рублей в месяц, всегда без каких-либо акций. Ну и ниже здесь расписаны все суммы, да, которые входят в какой-то определенный счет для того, чтобы они для вас были бесплатными. И как это, соответственно, работает, да, то есть для того, чтобы открыть счет в данном банке, вам здесь на сайте нужно будет просто ввести номер телефона и отправить заявку, нажав вот эту кнопку. И затем сотрудники банка сами вас, сами уведомят налоговую об открытии счета, а также о новых ваших реквизитах. И также, если нужно, перенесут шаблоном какие-то контакты и контрагенты из вашего старого интернет-банка в новый. То есть за вас все сделают онлайн, а вы только, имея в дальнейшем интернет, будете уже пользоваться всеми услугами и счетом у данного банка. Вот таким образом все это работает и все это открывается, все очень просто. Главное перейти по ссылке, которая будет под этим видео, ввести номер телефона и отправить заявку. А далее сотрудники банка все сделают за вас. Также не забывайте подписываться на канал Банковский, оставлять комментарии, оставлять лайки, дизлайки, понравилось, не понравилось вам видео, было ли оно вам полезно. И всем до новых встреч, пока-пока!